Ты помолчи, раб, там, быдло. Ты ничего не понимаешь, я понимаю, лучше тебе. Вот и у них начинается спор. А когда начинается спор, начинается вражда, начинается зависть. А зависть порождает ненависть. И получается вот такая вот неразбериха. То уже там победы не ждать и вырваться с окружения врага не вырвести. А казаки не так. Умный он, неумный, знатный, незнатный, бедный, богатый. А из его военного опыта, из-за его положения в этой части, небольшой части войска, все знают, что с ним дело будет. И они выбрали его, и все подчиняются ему. Кто не подчиняется, сразу ликвидирует его, чтобы он там не мутил. И дело конец. Вот тогда они выходят из положения все. А в принципе, если уже безвыходное положение, становятся спинами друг к другу и рубятся до последнего. Вот такой обычай был казаков. Потому что в плен попасть это было хуже всего. Потому что приходилось менять и веру, и все. Вот, они хотели басурманиться. Вот, если ушли туда, например, некрасовцы казаки с атаманом Некрасовым, то они веру свою сохранили до сих пор. Вот, насколько мне помнится, по-моему, 999 что ли, человек на пароходе приплыли некрасовцы. Один родился, вот этот, что пел. Да, да, на Шермице. Сопел, да, 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 да. Вот он приплыл оттуда, и он родился на пароходе, наверное. Тысячным.